одно из того, что такое это слово вайп. Большинство людей не очень понимают, куда исчезают их вещи, почему же все заново началось и в чем дело. Ответ на это вы найдете в этом видео. Вайп – полное удаление какой-либо информации. Его можно назвать еще и как полное стирание игровой карты, всех построек, блоков и прочих вещей. То есть карта удаляется, а вместо нее появляется новая. Какие же бывают вайпы? Вообще, вайп зависит от самого админа и как он сам решит. Бывают вайпы полные и неполные. Полный вайп – это когда удаляется все. Неполный вайп – это частичное удаление, когда мы можем перетащить ценные вещи в инвентарь или эндер-сундук и начать новое выживание уже не с чистого листа. Вы наверняка сталкивались и с термином «переход на новую версию». Переход – это тот же полный вайп, только переходит сервер на более высокую версию. Также проводится обновление всех плагинов и модов, если они, конечно же, имеются. Как избежать вайпа и перехода? На всех проектах по выживанию всегда имеется вайп, его никак нельзя избежать. Он нужен для того, чтобы начать заново делать экономику. Перед вайпом все люди добреют. Я не раз замечал, как перед вайпом топеры отдавали свои ценные вещи или монетки всем желающим. Если не было вайпов, новичкам было бы нелегко втиснуться в процесс. Да и бывает такое, что все вакантные места уже давно заняты. Это видео последнее из нашего плейлиста по скайблоку. Хоть мы и не успели сделать очень многих вещей, зато мы получили очень большой опыт. На этом пока все. Это был Осмий. Всем пока-пока.